Ну вот придумала, да, Наташа наша, Кузьмина, писатель наш из Белоруссии, который книгу пишет. Слушайте, а что она придумала? Она мне говорит, вот там у тебя в книге «Защита от стресса» есть такое, как прыгнуть выше головы. Как прыгнуть выше головы? Друзья мои, вы знаете что? Вы знаете, вот я сейчас прыгнул выше головы, и на прошлом видео я написал и сказал о том, что кто будет лайкать, кто будет комменты ставить, продвигает нас в Ютубе. Надо, это очень важно. Это такой алгоритм, чтобы мы быстрее нашу школу расширили. И кто не лайкает, кто не продвигает комментами, в новую группу закрытую для новых приемов от ключа 2 и даже ключ 3 не попадет. Потому что я специально каждый раз даю новое на всех вебинарах, на всех своих там сетях и, о, Господи, везде даю новые тексты и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Да вы просто посмотрите. А вот кто-то мне там написал ничего конкретного, а только рекламирует себя и сразу свой адрес написал, чтобы к нему обращались. Ну, молодец, молодец. А еще написал, что он был на курсах и ничего конкретного. Вот что насчет конкретики, я могу сказать, общее правило. Кто был где-то когда-то на моих курсах, это общее правило знает. Если что-то не получается, задает вопросы. И сразу получают ответы. И поэтому я сразу вычисляю, кто на курсах у меня никогда не был, потому что он этого правила не знает. Поэтому стараться так не нужно. Делать такие вот вещи. Выходят на мой YouTube и пишут про себя. Ну, пожалуйста, выходите, пишите про себя. Что-нибудь хорошее пишите. Да. А конкретность у вас будет. Именно поэтому я закрытую группу добавлю. Тоже будет такое же, человек будущего, но закрытая группа, только для избранных, только для почемучек, те, которые продвигают нашу школу, потому что наша школа нужна для всех. А там будет такое новое, такое секретное, в кавычках, чего вы раньше не знали. Забалдеете от радости. Там будет, как прыгнуть выше головы. Вот это очень удивительно. Да. Как прыгнуть выше головы, вы узнаете.